Самая красивая женщина на свете. Здравствуйте. Нас с мужем пригласили на свадьбу. Я вот собираюсь. И я сейчас подробно расскажу, как я это делала. Как делала макияж, как подбирала наряд. Так что пока. И сразу скажу, что помаду я поменяла от начального варианта. Вот. Так что смотрите, если вам интересно. Пожалуйста. Первоначальные этапы я пропустила. Нанесла увлажняющий крем для жирной кожи Optimals. Под глаза консилер «Абсолютная свежесть». Лифтинг-корректор «Абсолютная свежесть». Потом высветлила еще больше, более плотным корректором палочка-выручалочка от Very Me. Им же проработала носогубные складки. Затем нанесла пудру Флормар, компактная пудра. И румяна в шариках, естественное сияние. Сейчас в карандашной технике создаю каркас для будущего макияжа. Выбирая между черным и синим нарядом, я наношу вначале серебристые тени до подвижного века. Затем решаю, что синий макияж подойдет к любому, тем более, что мне давно хотелось показать эти тени в деле. Это тени Very Me, Scarlet и Red. Синий оттенок я наношу на половину подвижного века, на внешние углы. Да, и использую я для этого вот эти вот аппликаторы Very Me, набор аппликаторов из 4 штук. Оконтуриваю черными тенями область синего, выделяю уголки глаз и делая синюю часть более объемной за счет темного контура. Здесь есть проблема в том, что глаза у меня разные, веки разные, и здесь всегда есть опасность подчеркнуть неверными движениями, неправильным макияжем подчеркнуть эту разницу, а мне надо ее наоборот сгладить. Так, чтобы тени не выглядели неаккуратными кляксами вокруг глаз, я наношу светлые тени, светло-светло-голубые, на подбровную область, а затем впадину между подбровной областью и глазами углубляю тенями вот такого цвета. Они такие коричнево-розоватые, не очень темные, потому что я боюсь, что на моей коже более темные будут выглядеть не очень аккуратно. Правда, камера особо не улавливает этот оттенок, но поверьте, вне камеры эффект достигается. Теперь нужно растушевать нижний контур и немножко голубыми тенями я делаю этот контур более таким нежным, дымчатым. Теперь высветляю внутренние уголки глаз. Хайлайтером оконтуриваю свой нос, делаю его более четким. Ну и отвлекаю тем самым внимание от несовершенств моего лица, от разных неровностей. Теперь ватной палочкой убираем все огрехи, делаем макияж более аккуратным, удаляем излишки теней там, где они легли чуть
больше, чем нужно. Еще подкорректируем бронзером нос, нанося его на боковые стороны носа, на крылья, переносицу выделяем. Хайлайтером выделяем вершины скул. Бронзером еще раз поработаем над контуром. Вот такая помада на мне сейчас. Mol by Demi. Оттенка нежный розовый. Очень хорошая пигментация у него. Но как-то все равно немного светловато. Синевой отдают губы и тем самым подчеркивают неровности лица. Темные пятна лица выделяются. Так, пока. Ах да, забыла. Тушь надо нанести. Вот такая тушь. По-английски называется Volume Build. Как называется она в каталоге, напишу на экране. Так, мне показалось, что сюда подойдут вот румяна вот такого нежно-розового цвета. Потому что все еще такие вот бледные губы выделяют. Неровности лица. Посмотрим. Наверное, помаду придется поменять. Так, вот такое платье. Номер раз. Купила я его в Инсити. Не поверите, за 1800 тенге. Сколько это будет в рублях? Напишу на экране. Вот такие украшения орифлеймовские. Называются модный фиолет. А синее платье вот такое, также куплено в Инсити, тоже очень недорого. Но как-то я решила, что оно мешковато. Как-то бедра в этом платье гораздо шире моих плеч. В общем-то, так оно и есть на самом деле, но подчеркивать это мне не хочется. Сухой шампунь. Hair X. Понадеялась я на свою голову, на свои волосы, что они вымыты вчера. Но вот эти вот лишние средства, крем для окрашенных волос, они как-то сделали волосы грязными. Но вымыть уже некогда, применяем сухой шампунь. Сумочку выбрала вот такую. Ну, то есть выбирать-то особенно не из чего. У меня что-то в моем арсенале не оказалось чисто черной сумочки. Эта сумочка у меня висела где-то так 6, наверное. Точно. Без применения я не могла ее никакому наряду пристроить. Ну вот сейчас пригодилась. Мои туфли выглядят вот так. Это атлас. Это бантик из шифона. Цветочек, вернее. Так, впереди. Сейчас я покажу, как я выгляжу в этих балетках. Это в таких туфлях я долго выходить не смогу, и поэтому я взяла запасной вариант балетки.